23:54, 18 октября. Как же я запарился, бедная моя шея. Наклеил всего 7 плиточек. Я их и так, и сяк, и все, то отлипну, то еще что-то, то... Ну, здесь все-таки закосячил. Я отмерял ровно. Или, может, линию не совсем ровно провел, а... Не, вроде бы ровно плитка наклеилась. Завтра, думаю, процесс должен ускориться. Я уже вроде приноровился с дозировкой клея и прочего. Вроде отошло в этом месте. Завтра подклеивать буду еще. А так комната уже приобретает божеский вид. Что только с дверями делать. Сам я еще побаиваюсь их вставлять сюда. Я как-то вставлял дверь на сарайке. Получилось крайне хреново, криво. А тут такая дверь. Межкомнатная, миниатюрненькая. По типу такой. Ее повредить вообще, да, на раз-два. Посмотрим, как будет. Завтра предположительно я, скорее всего, закончу потолок завтра. Но загадывать не буду. Посмотрим, как дальше будет. Так, я думаю, на сегодня все.